Миниатюра Сталинградской битвы, медали времен СССР и предметы быта Великой Отечественной войны. Так выглядит выставка школьных военных музеев в комплексе «Артишок». Сегодня она пополнилась еще одним стендом «Войны в Афганистане». Эту экспозицию собрали ученики школы номер 8 городского округа. Тут собрались все школы, чтобы показать свои музеи, чтобы дети помнили и знали, какие подвиги совершали их предки и не забывали памятные даты. Мы представляем 8-ю школу. Наша выставка посвящена временам Афганистана. Войны, которая длилась с 1979 по 1989 года. 19 экспозиций от различных химкинских школ собраны под одной крышей. Интересно, что заведуют музеями сами дети. Хранители музейного фонда, экскурсоводы и посетители – ученики школ. Здесь собраны уникальные экспонаты – экипировка, архивные фото и элементы вооружения бойцов. Такого размаха школьных военно-патриотических выставок в Химках еще не было. Такого форума за все это последнее время не было еще ни разу. Мы так аккуратненько представляли тут свои экспонаты, но в этом году в рамках нашего городского проекта «Химки. Успех в единстве поколений» он превратился в настолько грандиозный праздник, что просто чувства переполняют. Выставка в «Артишоке» постоянно пополняется новыми стендами школ-участниц. Так, недавно экспозицию, посвященную специальной военной операции, выставила 7-я гимназия. Познакомиться с историей побед нашей страны можно до 5 декабря. Сервер «Бигпобедов», Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.